Друзья, всем привет. Вышел на улицу, тут Семик сидит такой какой-то грустный. Семик, что ты тут сидишь? Что дома? Дома не сидят коты вообще. Один Пуня в доме, а все остальные гуляют. Вот. То, о чем я говорил. Маша подошла. Там сзади еще мамка, Люська. И Сюня. Ну, ты ж укуняешь. Может, им в доме жарко, в доме 22-23 градуса. Пошли, Семик. Пойдемте, друзья, пройдемся. Люся. Люся по своим каким-то тропам идет. Так, рыжий впереди. Ага. Он там занят, усердно так яму копает. Конечно, так трамбанул только что еды. Аж двумя лапами. Ну-ка. О. Так, хорош, уже по пояс яма. Так, ладно. Не будем это снимать. А Маша бежит. Гулёна тоже любит пройтись. Прохладненько. Сейчас плюс один я смотрел. Ну, идет, думаю, мороз на ночь. Посмотрим. Сымик семенит. Ух ты моя кисюня. Не, все, хватило запала только до клубники добежать. Что? Припадешь дальше? Ну, вроде как пошел. Косолапый. Идем. О, бежит торпеда. Рудик. Сегодня смотрим, ему нравится забегать вот это вот. Сегодня как пленку не уберу. Теплица же не на глазах, все забываем. Сегодня смотрю, Рудик спит на подоконнике. Только он спит на подоконнике с другой стороны, на улице. Свернулся калачиком. У него ж шуба будь здоров. И он там на свежем воздухе калачиком свернулся и спит. Да, ты, сибирский кот. Вот так. Давай поборемся. Все, поборол. Пойдем дальше, идем. Ездили сегодня сынули в центр по делам. И был приятно удивлен. Я слышал, читал в местной прессе, скажем так, электронной, что будут елку ставить, а тут оно уже в собранном виде, но еще не украшенное, не украшенное всякими там игрушечками. Ну, уже елка новогодняя собрана. Стоит на площади на центральной. Поэтому, если еще будет какой-то там казус в ту сторону, оказия проскочить центр, сниму, покажу. Но еще пока местам, в принципе, показывать нечего. Она просто каркас из елки искусственной. Ну, красиво. Чего, Собакин? Тоже блестящий, да? Мой ты собатюра. Кожаный нос блестящий. Ты, говорят, на мультяшный персонаж похож. Ну и пусть говорят. Вода чистая. Пару дней назад была мутная какая-то. После дождя. Не знаю, с чем это связано. С той стороны утки женятся, наверное. Вот так вот выглядит небо. Тучи выше поднялись. Наверное, не будет осадков. А то прям так низко висели. Солнце уже спряталось. Хотя свежо. Ворон летает. Когда ехал на машине, видел, как ворона упустила какой-то предмет в лапах. Я не знаю, что, может, орех, может, еще что-то. И на ходу его поймала. Потом второй раз упустила, второй раз поймала. Довольно неглупые птицы вороны. Так, коты подстали. А утки там веселятся. Ржут, наверное, анекдоты рассказывают друг другу. Так, ладно, друзья мои.
пойдем соберем котов. Прогулялись вечерком, вдохнули свежего повітря, свежего воздуха вдохнули. Ну, пойдем, пожалуй, в дом. Там теплее. Всем, друзья, всего самого хорошего. Всем огромнейшее спасибо. Всем здоровья, добра. Всем мирной ночи. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.